Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Age of Defense. И как видите, у меня пройдена миссия, которую я должен был пройти сегодня при вас. Но, к сожалению, друзья мои, видосик удался, все нормально. Но с такими помехами, с такими шумами, я не знаю, что там с микрофоном произошло. В общем, мне придется перезаписывать эту серию. Так что, ребята, поехали. Мне немножко будет проще, по крайней мере, я уже знаю, чего нам здесь ждать. Вот такая у нас карта. Как видите, да, шаман получает новую эволюцию, он у нас становится морозным. Но, поверьте мне, это на самом деле все ерунда. Не такой уж он и сильный. Ну что же, у нас с вами две дороги. Вот. И вот. И здесь будут хитрые такие сплетения. В общем, все это увидите. Как видите, у нас здесь вулканчик маленький, такой вот жерло из магмы. И на горе высечен какой-то идол. Не знаю, кто его тут делал, но явно не мы. Явно не мы, и тут, видите, у нас... Ой, тихо, подождите, ребята. Сейчас же враг пойдет. А я тут сижу вам. Втираю что-то. Готовимся, готовимся к атаке. Так, давай дальше. Так, и кто нам здесь нужен? Нам здесь нужен будет маг. Нам здесь нужен будет маг. Давай вот так вот сделаем с вами. Пускай будет... Огненный, пока огненный. Так, прокачиваем силу. Что за дела-то, я не могу понять. Так, секунду, друзья мои, что-то мне не нравится, как у нас тут началось все. Знаешь, это не как в Kingdom Rush, я могу спокойно себе разговаривать с вами, и волна не пойдет до тех пор, пока я не дам отмашку. Здесь ничего подобного, она идет сама по себе. Не дает мне, короче, расслабиться. Так, ну что, как вы видите, у нас новенькие с вами здесь ящеры появляются. Ну, для вас будут еще здесь новиночки, которых вы не видели. Я это уже видел, потому что я переигрываю этот уровень. И когда я его играл в первый раз, мне показался он сложноватым. Есть тут напряженные моменты. Но, тем не менее, я как бы справился. Да, получается 75 хп у нас, да? А я закончил там 73. То есть двоих я умудрился упустить. Так, прокачиваем, конечно же, колья. И здесь нам что? Здесь нам надо будет ставить барышню. В данный момент я буду сейчас делать так же, как у меня была расстановка при первом прохождении. 250 еды нужно еще. 250. Ага, отлично. Прокачиваем. Все. Ну что? Здесь надо будет все усыпать армиями, потому что оно будет довольно жестко. Без расслабона. Так. И надо позаботиться уже вот об этой дорожке, потому что в скором времени они уже пойдут здесь. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Вот этот пятачок нежелательно здесь занимать, потому что я обычно ставил сюда тотем на ускорение. Так что я, наверное, забивать его не буду, хотя мне нужен еще не один копейщик, да? Много чуваков, которые будут бросаться фруктами. В общем, фулл прокачка, можно так это назвать. Так, следующая эволюция у нас. И будем, наверное, мы с вами прокачивать тут-тут-тут-тут. Вот так вот. Оглушение. Смотри, что эти жучки тут делают. Опять я делаю ту же самую ошибку. Всех в кучу влепил, а они будут здесь пробегать. Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. С валуном. Куда тебя влепить-то? Сюда, что ли? Или сюда? Или сюда? Сюда, может быть. Или вот сюда даже. Вот сюда, наверное, поставлю его. Что у нас там? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А знаешь, чем опасен вот этот вот динозавр? Во-первых, у него очень много здоровья, да? 5600. Во-вторых, он, когда бьет хвостом по земле, ну, якобы, все мои юниты станятся на несколько секунд. Просто ловят звездочки над головой и не атакуют. Это очень-очень раздражает, на самом деле. Ну и, соответственно, он... Во, видели? А куда он пошел? По какой дорожке-то? Фу ты, я уже думал сюда, здесь у меня ничего не подготовлено еще. Так, ладно. Контролируем, друзья мои, ситуацию. Надо, наверное... Эть. Вот об этом я и говорю, что здесь все не подготовлено у меня, понимаешь? Не подготовлено, ни шишарики, абсолютно. Друзья мои, как быть-то? Как быть? Ну, ёпрсете, ну... Ну как нам, вот как мне его завалить сейчас, а? Колья мне нужны, ну. Видишь, глушит. Так,
Так, так, так, он пойдет сюда, да? Ну, умер. А этого-то есть. Ох, вот такие вот моменты бывают напряженные. Но это пока, друзья мои, пока. Пока у меня тут еще не расстроено ничего. Вот об этой дорожке нужно уже, честно говоря, беспокоиться. И причем очень серьезно. Так что давайте приступать уже. Нечего, как говорится, тут халтурить. Ага, вот как раз уже по этой дорожке и побежит враг. Да, по-моему, я немножко тут лопухнулся. Что-то у меня тут очень много, да, всего. А здесь вообще ничего нету. Как бы мне это не аукнулось. Ну, куда вы? Смотрите, друзья мои, вот сейчас, вот видите, этих ящер, да, они идут по земле. Потом они почему-то смогут летать. Я не знаю, с какого перепуга, но они будут летать. Они будут подниматься в воздух и пролетать мои там ловушки всякие. С какого вдруг перепуга, если они сейчас здесь просто идут? Странно, очень странно это будет. И вот эти птички тоже, как вы видите, они бегут по земле. Почему они потом будут летать, не знаю. От чего это все зависит. Так, ну что, копеечек один здесь у нас стоит. Но этого мало, поверь мне. Так, кстати, у нас будет здесь 27 волн. Мы с вами уже на 6-й. Так, вот этого чувака надо нам прапать. И будем мы из него делать, наверное, фруктометателя. Фруктометатель — это тот чувак, который у нас как макака изображен. Ну, ну, эти жуки, они легкие, но знаете, чем они берут? Они берут своей массой. Они берут своей массой, потому что их очень много. И мои начинают теряться. Особенно, когда вот эти жуки будут идти вкупе вместе там с какими-то слабыми противниками. Точнее, сильными противниками. Но, отлично. Вот так они могут пробежать. Смотри, шипы, шипы. Для кого я тут их понатыкал? Спрашивается. Просто пробегают все спокойненько, и все. Как будто видят их и специально обходят. Так, 31 ящер, а здесь тоже 31 ящер. Кстати, вот этот пятачок — это самое боевое место должно быть, потому что здесь очень много будет перекрещений таких вот. То есть волны будут идти по этой дорожке и по этой. Соответственно, вот здесь вот будет самая такая жесткая баталия. Поэтому, как бы, вот этот пятак желательно офигенно, как говорится, оборонять. Офигенно оборонять. Так, чувак с валуном, давай, бомби. У меня только одна... Ох, одна барышня, ё-моё. Одна барышня. Ну вот смотри, что происходит, а. Вот тебе прямой показатель того, что... Ну просто вот нельзя здесь расслабиться. Да ладно, неужели пройдет? Неужели он пройдет? Нет, он не прошел, а вот этот вот. Хоть бы не прошел, нет, он не прошел. Да, здесь тоже у меня один копеечек. Блин, что там у нас? Тотем. Тотем — это, конечно, хорошо, я все понимаю, что тотем там, то есть 5-10, блин. Подбей, пожалуйста, а? Подбей. Молодец, красавчик, красавчик. Так, надо сюда, наверное, нам влепить барышню. Куда вот только ее поставить? Сюда вот. Ну давай, пускай будет здесь стоять. Не знаю, зачем я ее поставил, если честно. Так, фиолетовые новые ящеры. Вы их еще не видели, по-моему. Ну, ничего в них сложного нет, на самом деле. Ничегошеньки. Легко разбираются. Дают они нам по 18 еды с каждого. То есть хорошо все. Так, бомбим, бомбим. Так, а дальше у нас кто там? А вот эти уже, да, это уже посерьезнее противник. Этот уже противничек будет посерьезнее. Поэтому я их обычно через тотем бомблю. Потому что нужно как можно быстрее с ними справиться. Чего-то мне здесь не хватает. Так, что ты, барышня? Давай мы тебя, наверное, будем потихоньку апать. Что-то вот, вот здесь вот совсем мне не нравится. Не устраивает меня вот этот вот весь подход, который у нас тут с вами сделан. Так, ладно, я поставлю сюда мага. И будем его потихоньку качать. До кого? До людей. Вот, смотрите, друзья, видите? С какого, блин, перепуга вдруг они летают? Какие-то сердечки у них. С чего вдруг это все... Что они там, в кого они там влюбились, что на крыльях любви полетели куда-то? Я не понимаю этого. Ну, как видите, это факт. Так, отлично, здесь подбили. Вот, с чего вы, с какой припуга они начали летать? Я не знаю, что с ним произошло здесь. Что с ним здесь произошло? Так, ладно, нам нужно дальше заниматься. 275 нужно еды. А, кстати, вот, смотрите, новенькие какие-то. Я так и не понял, ребята, кто это такие. Я думал, что это вначале, знаете, какие-то импы. Ну, у нас же
про динозавров, да, игра. Какие тут нафиг импы? Никаких мистических существ здесь быть не должно. Поэтому это какие-то, наверное, маленькие динозаврики. Я уж не знаю, кто. Можете написать в комментариях ваши догадки. Но ведь это же не чертики же какие-нибудь. Хотя они на них очень сильно похожи. Мне кажется, это какие-то маленькие ящеры. Ну, какие-то они очень странные. Тут еще будут некоторые монстры. Точнее, динозавры или кто. Я даже не знаю, кто это. Гуньки я их назвал, ребята. Такие, как дымовые, с посохами. Откуда они взялись? Увидите, короче. Так, ну что, очередной. Так, его желательно бомбить через тотем, друзья мои. Еще раз говорю, потому что он глушит, видите, да? На доли секунды. Нам нужно его как можно быстрее разбомбить, потому что здесь еще, по-моему, пойдет отряд таких же. Сейчас, смотри, что делает, а? Хламон. И тотем что-то очень быстро заканчивается. Вон, еще один ползет. Сейчас будет выбор, да? И либо этих бомбить, либо этого бомбить. Третьего не дано. Угу. Прокачка. Ага, маг. Этот маг мне нужен. Нужен огненный маг мне здесь. Или ледяного поставим. Нет, огненный. Наверное, да? Огненный чуть-чуть побольше берет расстоянием. Так, подобьем. Отлично. Я все-таки, наверное, огненного поставлю. Все, друзья, огненный у нас есть. И дальше-дальше начинаем прокачивать с вами. Так, барышня у меня тут стоит. Нужно 250 еды, чтобы я ее мог пропать полностью. Полностью. Так, а куда эти летят у нас, хламоны? Кто-нибудь мне скажет? Ага, понял, понял. А, нет, это следующая дорожка. Следующие монстры пойдут по этой дорожке. Тотем я не буду пока делать. Зачем он здесь нужен, да? Согласись. Мы вроде бы и так справляемся пока. А вот следующая пойдет здесь. Поэтому готовимся, друзья. Колье, как говорится, все дела. То, что у нас тут маги стоят, это очень классно. Очень классно, поверьте мне. Маги — это сила. Для меня это вообще существенная сила. Так, вот я думаю, что, может быть, сюда чувака с камнем поставить. И прокачать, знаешь, какой? Не фруктометателя, а именно амбала. Наверное, мы с тобой так и сделаем. Хотя надо бы вот эту девчулю тоже прапать. Что у нас тут? Следующая эволюция. Давай, давай. Я не возражаю. Ну, с этими букашками мы здесь разберемся. Так, здесь еще, друзья мои, появятся птеродактили. Первые летающие динозавры. Ой-ой-ой. И они будут лететь, как мухи, из лесу. Не по дорожке, а просто через всю карту. Как захотят, ёлки-палки. Им закон не писан, они летающие твари. Так что, что такое этот маг? У меня еще тут маг, оказывается. Непрокачанный. Ясно. Пока смотрим. Пока смотрим с вами. Что тут у нас получается? Тут справляемся мы, да? Вроде бы все отлично. Так, этот куда? Куда он разгон... Вот по этой дорожке хочет побежать, да? Нет, родной, не получится. Так, апаем с вами девчулю. Ну что, вроде бы с девочками можно пока завязать. Двух нам пока хватит здесь. Ага, понял, по какой дорожке эти побегут. Значит, надо нам с вами, наверное, мага вот этого улучшить. И в конце концов... А, вот еще что. Когда полетят птеродактили, надо будет вот здесь вот, друзья мои, хорошенькую оборонку ставить. Я тебе точно говорю. Здесь надо будет хорошенькую оборонку ставить именно из копейщиков, потому что они будут... Ну, увидите сами, как они будут лететь. Так, давай-ка я, наверное, сделаю через тотем. Так, чувак с камнем. Сколько там еды-то нужно? Дофига нужно, да? А, 80 тогда пока на первую эволюцию. И 180 на вторую. Так, да? Давай, давай. Блин, какой он жесткий все-таки, а? Какой он все-таки жесткий. Пока он в оглушении, давайте, друзья мои, бомбите по нему. Недолго радовались мы. Вот маги хорошо, кстати, его прожимают. У него сколько? 5600 здоровья.
Ну, должны мы его ушатать здесь. Далеко он не убежит. Тем более, девочка моя его оглушила. Отлично, все хорошо. Так, маг родной, ты, я смотрю, готов. Нет, нифига он не готов. Еще соточка нужна, соточка еды. Вот смотрите, вот эти вот букашки, они тоже влюблены, но они же не летят, елки-палки. Я не знаю, откуда они получают эту любовную ауру. Сердечко у них, видите, появляется. С чего вдруг, непонятно. Так, я понял, и здесь то же самое. Сейчас будет, по-моему, жесть. Сейчас будет, да, сейчас будет трэш. Так, пока с этим справляемся, тотем трогать не надо. Вот, колья выставить можно. Колья выставить можно. Так, этого чувака мы будем мапать с тобой? По идее, надо. Так, сейчас мы справимся с ними. С этими справимся. Вот сейчас будет, по-моему, заварушка. Поэтому готовим тотем. И выставляем. Или нет, пока нет. Пока не будем тратить его. Твою ж налево, что же происходит-то? Давай сюда поставим. Так, все хорошо, да? Справимся, справимся. Вот так. Огненный шаман. Ну что, остается мне в данный момент прокачать только лишь чувачка с валуном. И ставить уже копейщиков как можно больше. Как можно больше. Можно больше, да? Так, ну-ка, сколько там? 195, не хватает чуть-чуть. Не хватает. Сейчас подобьем парочку динозавриков и улучшим его. И после этого переходим на копейщиков, на наших. Будем вот здесь и здесь выставлять. Вот здесь. Вот здесь. Все будем ими заваливать. Так, апаем нашего чувака с валуном. Упс. Смотри. Куда он разогнался-то, охламон. Так, давай-ка мы, наверное, тотем сюда поставим, потому что что-то вообще как-то пробегает, и все, и хоть тут треснет. Ну что, ребятушки, беремся за наших копейщиков теперь. Будем апать. Будем их проапывать, прокачивать и расставлять как можно больше. По всей территории практически. Да что ж ты будешь делать-то? Как вы умудряетесь вот просочиться-то, а? 194, так, нам не хватает. Ой, кого я, блин, кого я поставил? Мне нужен был копейщик, а не топорометатель. Самое удивительное, что я эту базу не могу продать. Понимаешь? Как во многих играх, да? Ну не нужна тебе, например, вот эта вот сейчас, вот этот топорометатель, чтобы я хочу, например, поставить копейщика. То есть я не могу ее убрать. Нету отмены. Так, а вот у нас и птеродактили сейчас полетят. Вот они летят, наяривают. Так, давай мы с тобой... Ну, давай вот эту прокачаем. Все у нас пока хорошо, да? 75 хп, ничего не потрачено, все замечательно. Так, ящеры побежали. Ну, давай, а мы займемся, наверное, нашими копейщиками. Да, будем ставить их везде и как можно больше. Они нам пригодятся, они сыграют здесь свою, как говорится, службу. Дай-ка тотем влеплю сюда. На всякий случай, то они что-то, смотри-ка, раздухарились, разбегались. И на самом деле здесь нужны нам вот эти вот фруктометатели, мужики, которые будут бросать свои авокадо или ананасы, или что они там в руках держат. Тоже они нам здесь пригодятся в достаточном количестве. Слушай, мне кажется, что мужик вот этот вот бомбит по ним, и они начинают летать. Тебе так не кажется? Смотри, он выстреливает, и у них получаются сердечки. Зашибись, получается, ты какой-то вредитель мне тут. Ты даешь возможность им летать. Воодушевляешь, так сказать, их. Так, жучки, рачки. Тут то же самое, жучки, рачки. Так, ну давай вот сюда, наверное. Так, поставим колья и тотем. Врубаем. Пускай будет разнос тут полный. Мы с вами будем ставить следующих копейщиков. Упс, упс, упс.
Куда разогнались-то, эй, родные? Так, дело не пойдет, да? Чуть было не пропустили. Так что надо здесь тоже оставить некислую оборонку. Некислую оборонку. И желательно, наверное, чувака с валуном. Здесь он будет неплохо смотреться. Будет их станить. Особенно вот как раз вот эти вот скопления вот жуков. Видишь, он над ним валуном бомбит там. По 5, по 6. Отлично. Поэтому от него здесь будет толк. Давай. Сколько там нужно-то? 195 еды. Все хорошо. Вон, смотрите, друзья мои. Вон, видите, чувак с посохом. Сейчас увидите. Я так и не понял, кто это такие. Ну, тоже ваши догадки, как вы думаете, кто это? Ну, это понятно. Про этих я уже спрашивал у вас. Сейчас после них пойдут там маленькие, я не знаю, кто это. Хоббиты. Кто? Сейчас с этими разберемся, и они пойдут. Так, а пока, что мне сделать? Вот этого прокачать. Копейщиком сделаем его. Вон, смотрите, видите? Дурилка идет, мелкий. Дин-дин-дин-дин. Ну, похоже, да? Это не может быть, что это какой-то ящер. Извини меня, нарядился в костюм человека, да, и хочет нас обхитрить. Хотя, когда мы с него сбиваем костюм, у него он становится вот таким. Странно. Странное существо на самом деле. Ну что, у нас этот соскучился здесь. Вызываем следующих. Воу. Сейчас будет много, много противников. И волна, кстати, у нас уже 21-я. Совсем немножко осталось. Еще 6 волн, и победушка будет за нами. Но на данном этапе я не потратил ни одного хп. Ни одного. Так что есть вероятность, что мы с вами можем пройти... Еще лучше, чем когда я проходил в первый раз. В первый раз я двоих все-таки где-то умудрился пропустить, хотя я не видел этого. Может быть, когда птеродактили летят, отвлекают нас. Такое может быть. Ну вот куда ты чешешь? Вот куда ты чешешь? Такой радостный, довольный, бежит он. Тотем я могу сюда куда-нибудь поставить? Сюда тотем я не могу влепить. Так. Эй. Я могу вот сюда вот поставить тотем. Зачем я его влепил туда? Ой, дурень. Нет, ну он вредитель на самом деле, да? Смотри, он хоп, ребята, они начинают летать. То есть вот этот чувак уже с валунами их просто не может подбить. Ну вот пока они не приземлятся на землю. Тихо, 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 тихо. Куда вы побежали-то все? Довольные бегут. Так, я могу сюда поставить, да? Копейщика. Давай апать. Нормуль. Так, следующая партия динозавров у нас выходит. Шипы. Ну вот, серьезно тебе говорю, когда вот проходишь игру по второму разу, как-то уже намного спокойнее. Ты уже знаешь, где что тебя поджидает, да? Как-то увереннее себя чувствуешь. Хотя могут быть и накладочки какие-нибудь. Без них тоже, придется никуда. Так, тихо, тихо, тихо. Что-то мне вот это вот не нравится здесь. Политика партии как-то хреновенько себя ведет. Давай, давай, прокачивать. Топор метать пускай будет. Вот видите, вот эти, вот этот пятачок, я говорил вам, самый такой жесткий. Потому что здесь все жуки, все динозавры проходят. Что с той стороны, что с этой. Так, сори, ребята, меня немножко здесь отвлекли, но ничего страшного, ничего страшного, мы с вами хваточку не должны, я говорю, не должны растерять, подожди секунду, вот это мне не нравится тут, что происходит, смотри-ка, довольно напряженный момент, справляемся там, да, справились, разбомбили всех, слушай-ка, может быть нам сюда, слушай, а если мы барышню поставим, а, как думаешь, от нее здесь будет толк, я думаю, будет, поэтому давай-ка мы, наверное, сделаем из нее... танцовщицу вот эту вот. Так, ну что, у нас опять же. Вот, кстати, новенькие для вас динозаврики сейчас появятся. Вот такие же, только они больше по размерам. Смотри, он опять, вот он бросает свой фрукт, да, и они вот сердечко получают. Не знаю, может быть, он их делает слабее этим. Но почему они летают? Непонятно, так тихо. Что у вас так много здесь? Блин, вот этот тотем я никуда не могу поставить, понимаешь? И это меня немножко
задачивает. Меня это немножко задачивает. Так, маг, давай-ка мы тебя сюда влепим. Вот, пускай будет здесь морозильный. Вы, кстати, морозильного-то еще не видели, да? Я его не делал, по-моему. Вот, вот так он выглядит, друзья мои. Но я не скажу, что от него здесь очень много толку. Если бы он хорошо бы мог замораживать, а он просто... Вот, смотри, видишь, какой большой? Видишь, какой большой идет? Давай-ка быстренько его разбирать, пока он тут не натворил делов. Сколько у него здоровья вообще? 5200. Кстати, не так уж и много. Я думал, у него больше. Я думал, у него больше. Так, а вот эту... Да, мы можем даже сюда вот барышню поставить. Вот. Танцовщица. Я думаю, что на следующей миссии вот эта танцовщица будет тоже получать какую-то определенную эволюцию. Потому что у нас уже чувак с валуном получил две эволюции, да? Маг получил две, то есть огненный и ледяной. А девчуля только лишь одну эволюцию. Вот на рыбке. А танцовщица еще пока не получала никакой эволюции. Так, ну что, вызываем следующую волну. Тут птеродактили, опять эти гуньки. Ладно, вызываем. Вызываем и продолжаем что? Продолжаем расставлять везде наших копейщиков. На этом пока останавливаться не стоит. Все равно пока слабая у нас здесь защита, а на последних волнах там будет просто тьма этих динозавров всевозможных. Так, тут жуки еще ползут. Давай так вот шипы поставим сюда. И тотем, через тотем будем бомбить. Вот именно они вот своей массой берут. Смотри, видишь, просто не знаешь, по кому тут нужно бомбить в первую очередь. Начинаешь теряться, и они в этот момент проходят. Ну, как видишь, все у нас сейчас пока хорошо проходит. Все замечательно. Всех мы успеваем забомбить. Все шикарно. Так, еще очередной копейщик. Куда? Вот сюда, может быть, поставить его. Давай сюда поставим с тобой. И прокачаем. Можно, в принципе, из него сделать топор метателя. Тоже будет неплохой вариант, да? Да, кстати, почему бы и нет. Давай-ка влепим. 180 еды нам нужно. Сейчас мы с вами это дело замутим. 180 еды. Ну, где? Вот, все. Вот таким вот образом. Так, тихо, тихо, не надо, жучки. Следующая эволюция, которая бесполезная на самом деле. Пока никого не пропустили. Ни одного жука, да, ни одного дракончика. Как было 75 хп, так и осталось. Ох, вот здесь будет посерьезнее. Он будет глушить. Здесь то же самое практически, да. Если что, будем работать через тотем на крайняк. Ну а пока, как всегда, родные копейщики. Все утыкано ими. Ну, согласись, вот берут они вот своим радиусом вот этим вот захвата. Тут не поспоришь с этим. Давай через тотем, потому что они будут сейчас оглушать. И нам нужно как можно быстрее с этими динозаврами справиться. Ой-ой-ой-ой. Вот это вот оглушение просто раздражает. Серьезно тебе говорю. Ну-ка, давай-ка я так валуну сброшу сюда. Что там, засуетился, засуетился, запутался там беняга весь. Задергался. Еще один. Еще один тут вышел. Так, давай этого прокачаем. Сколько там? 145 еды, 160, отлично, вот так вот. 160 еды. Теперь нам нужно прокачать вон того чувака с валуном. Я не знаю, может быть... Нет, ну не знаю, вот фруктами, которые бросаются, он хорош, хорош, я ничего не буду сказать. Но что вот он делает, зачем вот эти вот сердечки, без понятия. Хорошо это для нас или плохо, не могу тебе сказать. Ладно, сделаем из него макаку фруктовую, так уж и быть. Пускай, пускай бросает свои фрукты, так уж и быть. Ничего страшного, да? Думаю, что мы уже с вами не проиграем. Уже 26-я волна. Этот пятачок нам нужно с вами хорошенько усилить, потому что в конце пойдет довольно серьезный динозаврик. Довольно серьезный динозаврик, вы увидите потом. Поэтому расслабляться нам с вами некогда. Дай-ка это там врублю. Нифига себе, волна идет, смотри какая. Жестко. Очень жестко. Дай-ка я мага сюда поставлю. Мага можно, кстати, здесь тоже, наверное, ледяного. Потому что у нас здесь три огненных и один всего лишь
ледяной. Так что, ой-ой-ой, сколько жучков тут бежит. Так что, думаю, лишним ледяной маг не будет здесь. Ну, давай, отлично. Хорошо. Очень замечательно. Так, что у нас там? Там у нас непрокачанный копейщик, да, стоит? Ну, сейчас мы его прокачаем. Так, птеродактили летят с этой стороны, с той. Ну, птеродактили, мне кажется, вот как-то легко мы их убиваем. Вот когда мухи летели, да, с ними было сложновато. А птеродактили, они ватные. Сколько у них там здоровья-то? 240 всего лишь. Так что, поэтому мы их быстренько с вами разбираем. Так, копейщик, оп. Ага, идут, идут, красавцы. Довольные такие. Ну, не тут-то было, мы их сейчас быстренько распечатаем здесь. Быстренько мы их здесь с вами распечатаем сейчас. Так, можно будет оглушить. Вот так вот, хоп. И расстреливать их. Даже без тотема. Даже без тотема мы их здесь с вами победим. Так, куда еще влепить? Во, местечко я нашел для копейщика своего. Ну все, все, тут уже просто уже каждый почти миллиметр на этой территории завален нашими копейщиками. Ну есть еще все равно места. Вот здесь вот есть местечко, вот здесь есть. Вот тут много местечка, даже вот тут. Ну тут мы тотем с вами ставим, поэтому я не хочу его там забивать. Вот тут можно влепить. То есть еще ресурсы. Еще ресурсы есть. Так, что у нас там? Следующая волна, погнали. Пускай пока бегут, а я буду немножко тут прапываться. А, вот, кстати, вот он, ребята. Сколько у него? 22 тысячи. Я в первый раз, когда его увидел, я опупел. Думал, нифига, тут глыба бежит. Но на самом деле мы его очень быстро забомбим за счет того, что девушка вот эта вот его загоняет в стан. И смотри, видишь, что мы с ним делаем? Просто не даем ему шансов на выживание. Так, что у нас тут дальше? Улучшаем копейщиков наших. Все, друзья мои, это последняя, кстати, волна. И она сейчас будет довольно простенькая. Самое сложное было вот в этом вот динозавре, который шел на нас. Ну, мы его очень быстро уничтожили. Так что все хорошо. Можно сказать, авансом мы уже с вами прошли этот уровень. Без сучка и задоринки. Причем с фулл хп. Как ни странно. Ну, согласись, здесь довольно, как тебе сказать, довольно медленные ящеры. Если бы были бы как в тех, да, планктоны, помните, быстро бегут, плюс еще размножаются, плодятся и так далее, конечно, было бы сложно. А здесь они не делятся. То есть мы их убиваем и все. По-моему, все, друзья мои, да, это были... Ага, все. Я уже думал, что мы с вами прошли волну эту. Нет, волну мы эту не прошли. Еще до сих пор она продолжается. Так, 290 еды у меня. Что я могу сделать? А мне ничего уже и не надо, если честно. Уже ничего и не надо. Давай вот так вот поставим барышню сюда. 250 еды, да? Сейчас мы с вами накопим. Вот. Все. Я уже просто не знаю... Так, а тотем... тотем я уже сюда поставил. О, могу вот сюда поставить его. Ну и все, друзья мои. Все очень хорошо. Да, все-таки, когда по второму разу проходишь уровни, намного проще, намного. Все знаешь уже, да, кто откуда побежит, кого лучше поставить, где поставить. В этом есть свои плюсы. Но по первочку, когда проходишь, все-таки все эмоции наружу у тебя идут. Удивление, опупение, изумление и так далее. Так, тихо-тихо, вы не пройдете. Ну что вы тут вытворяете? Вы думаете, вы пройдете, что ли, а, динозаврики? Ну, серьезно. У вас же шанса вообще ни малейшего нету как-то здесь просочиться мимо вот такой армии. Вот. Вот, друзья, мы с вами и прошли этот уровень. И следующий у нас будет уже, я так понимаю, наверное, с тираннозавром. Потому что, ну, судя по всему, это именно он изображен здесь. Хотя я могу и ошибаться.
Но это, как известно, будет уже в следующей серии, друзья. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.